Своя правда. Они оградились убеждением. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 марта. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». На ВДНХ образовалась огромная очередь на выставку трупов «Мир тела». Как сообщается, по нескольку сотен человек стоят в очереди для того, чтобы попасть на эту выставку. Глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев потребовал дать правовую оценку выставки инсталляций из мертвых тел. В РПЦ назвали выставку патолога-анатома Гюнтера фон Хагенса шок-контентом. О допустимости и смысле демонстрации подобного рода арт-объектов, если их можно так называть, мы и будем сегодня разговаривать. Здесь в студии искусствовед Александр Шпагин. Александр Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. И доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Сергей Савельев. Сергей Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Прямой эфир можно писать через смс-портал, можно через телеграм, можно звонить 7373948. Параллельно мы, как обычно бывает в программе «Своя правда», запускаем голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как должно общество, с вашей точки зрения, реагировать на такую выставку? Четыре варианта ответа. Первый вариант – протестовать и требовать закрытия. Второй вариант – протестовать и призывать не ходить туда. Третий вариант – идти и смотреть. Четвертый вариант – это не стоит общественного внимания вообще. Четыре варианта ответа. Голосование уже идет, продолжится еще 50 минут. У вас есть возможность проголосовать. А мы начинаем с разговора с гостями студии. Сергей Савельев, что вы скажете по поводу этой выставки? Хорошая выставка. Все видать. Вы понимаете, почему это вызывает много вопросов? Потому что уровень образования в нашей стране упал ниже плинтуса. Потому что то, что изучали в 8 классе средней школы, сейчас является чуть ли не криминальным событием. Вещь очень простая. Гюнтера я знал лично, до того еще, как он заболел серьезно. Он серьезно болен. У него Паркинсон, по-моему. Да, у него Паркинсон, и довольно давно. Поэтому выставку привезла в Москву его супруга. Ну, вот, выставка, она в первую очередь учебная. И с моей точки зрения... Всем школьникам, начиная с 8 класса, которые проходят в общеобразовательной, обычной нашей школе, анатомию человека, надо туда сводить и показать, как все это устроено, не на мутных картинках, спертых западных никудышних учебниках, и не безобразных схемах, которыми наполнено наше руководство для школьников, а в настоящем материале. Почему? Потому что это дает представление о нашем теле. Потому что если они будут черпать эти представления из американских боевиков, где там скачут дядьки с кастрюльными крышами в трико с надутыми плечами, и там, значит, будут развороченные убиенными людьми, это никуда не годится. Мы должны поднимать свое образование от того пещерного уровня, на который опустили наши чиновники за последние 30 лет. Когда говорят об унижении человеческого достоинства, в смысле, ведь мертвые тела — это тела людей. Ну и что? Ну и использование... Извините меня. Почему же вы не говорите о унижении человеческого достоинства, когда в Швеции предлагают людей есть, профессора? Нормально, а в Англии это подтверждают. Говорим. Это... Сюда же их не привозят. Нет, простите меня. Вы можете себе представить масштабы, когда вам говорят о том, что у нас проблема с питанием на планете, и нужно есть людей. Это вас никого не беспокоит. А теперь насчет трупов. Люди умерли? Умерли. Их родственники не похоронили? Не похоронили. А это трупы именно таким образом отбирались? В первую очередь, потому что вначале он ездил по разным странам, в том числе и странам Восточной Европы, и собирал этот материал. И в России, кстати, был скандал даже с этим. В России такого скандала, по большому счету, не было. В России другие скандалы были, о которых почему-то потупляют взор. Когда у нас вагонами вывозили запчасти от покойников на Запад для того, чтобы протезировать там мозговыми оболочками там всякие. Это разные вещи. Гюнтер здесь никаких законов и в Польше, и в Венгрии не нарушал, и делал свои все эти пластинации в
первую очередь создавал вообще технологию для того, чтобы учить студентов. Там, потому что, простите, у нас то, что вскрывают студенты, это такое же позорище, если как бы у журналиста радиостанции отрезали б язык. То есть они идут неподготовленные. И Гюнтер начал с того, что стал выпускать препараты для обучения студентов. Кстати говоря, у нас в Санкт-Петербурге есть фирма, которая занимается ровно тем же. Про образовательные цели. По его же методике. Да, это так. Про образовательные цели. Все-таки выставка явно не образовательная. Для того, чтобы... Это шоу. Для того, чтобы заниматься, в том числе изготовлением анатомических препаратов, для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, нужно иметь деньги. А если эти денег не дают десятилетиями, не только в нашей стране, но и за рубежом такие работы, особенно анатомические, их надо зарабатывать. Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы. Искусствовед Александр Шпагин. Александр Владимирович, что вы скажете по поводу этой выставки? Ну, в общем, я отрицательно отношусь к этому явлению. Причем отрицательно отношусь именно потому, что оно пришло в Россию. Потому что если бы оно было в Германии, я сейчас об этом скажу, то это был бы немножко другой калинкор. И оно там и есть, и как бы ради бога. Ну, во-первых, я... Мне единственное хотелось Сергея спросить. Он вы атеист, да? Атеист — это верующий человек. Понял, все. Я хуже, чем атеист. Хуже, я не просто ни во что не верю. Я считаю, что слово «вера» должно быть исключено из лексикона здравомыслящих людей. Вот. А я человек верующий. Потому что я прекрасно понимаю, что даже если можно отрицательно относиться к РПЦ, допустим, то, безусловно, метафизическая культура существует, потому что на ней просто настояно все искусство, и у нас вообще существует все человечество. И у каждого народа метафизическая культура своя. Что касается 30-летия разрушения, так сказать, образования, раньше все-таки на трупах, реальных трупах, при советской власти никто никого не воспитывал. На подобных трупах, которые веселятся, прыгают, играют, фехтуют и так далее, и так далее. Но они не двигаются, давайте, а то сейчас люди подумают. Не, они не двигаются, вот нет, да. Важно. Но скоро будут двигаться, мне такое ощущение, потому что дело к этому идет. Вот. И ничего, так сказать, все нормально было. То есть трупы были только характерны для определенных анатомических театров, только это были не театры, это были лаборатории. И это всегда делалось с неким извинением по отношению к умершему человеку. Внутренним извинением все-таки. А здесь это такое наглое упоение смертью. Но дело даже не в этом, а дело в том, что вот если ты пройдешь по Германии, зайдешь на выставки современного искусства Германии, например, я был на выставке в Германии огромных портретов детей-дебилов. Я убежал, это ужас вообще адский, на фоне каких-то там урбанистических конструкций. На площадях в разных городах у них тоже какие-то трупы, какие-то уроды, они все время там переплетаются, чуть ли не трахаются друг с другом в каком-то такой паутине. В современной искусство Германии. Но он всегда был достаточно характерный, не случайно именно Германия придумала Освенцим, потому что у всех наций своя жестокость. А здесь такая изысканная жестокость, то есть хорошо выбритые скелеты, которые выбрасываются во рвы. И рядом газовые камеры. То есть это аккуратненько. Это нельзя показывать. Смотри. И для Германии, вот подобный, это некая немецкая метафизика. Метафизика ада немецкого. Но у всех есть свой ад. Ну вот в Германии вот он такой, более того, он уже немножко перевоплощается в рай. Он выходит на поверхность, на площади, в виде памятников и так далее, и так далее. Хорошо, это более-менее, это нормально. Это для Германии нормально, это их метафизическая культура. А если ты не верующий, очень сложно о метафизической культуре говорить. У нас другая метафизическая культура. У нас это не принято. У нас и дьявола показывают в церквях было не принято. Поэтому, когда Гринько в Андрее Рублеве говорит Солоницыну, что Андрей, пойдем со мной расписывать церковь, там я дьявола такого придумал, этого не могло быть. Дьявол стал появляться только в конце 19 века. Иными словами, я могу сказать фразой дядюшки из «Искоренителя праха» Фолкнеровского: не надо давать неграм свободу, негры сами должны до нее дозреть. Сегодня мы до такого искусства не дозрели. Более того, я совершенно не уверен, что мы до него дозреем. Если дозреем, это придет само собой. Сегодня это выброс из аттракциона, истерики, ненависти, некого безумия, шизофрении, очень характерные для начала 90-х годов, когда бедного советского человека, еще не высшего из Кавказа, кормили сиськами-пиписьками, и он в итоге попал в беспредел. Говорят, тут он
«Беспредел» намного раньше попал, а «Кунсткамера»-то в Питере. Что? Это Сергей из Люблина спрашивает. Ах, между прочим, хороший вопрос. Но там, господи, там только один труп, один человеческий зародыш. Там же не шоу трупов было, господи. Вот «Кунсткамера» специально сделанный. Маленький аттракцион фаната Европы Петра I. Маленький аттракцион. А культ святых мощей, пишет мебель 860. А святые мощи лежат, они никого не трогают. Они не пляшут, не поют, не изображают жизнь. Они не издеваются над смертью. Более того, если бы, допустим, представим себе, что вот на этой выставке действительно была бы какая-то грусть, тоска, боль, мементо море. Я бы еще подумал, да черт бы с ним, в конце концов. Но там же именно чистое шоу. Они же радуются жизни, трупы. Там некое издевательство над самой сутью хорошо, жизни. Хорошо, тогда еще. Вы говорите, это нам не свойственно, мы этого не понимаем, и сразу несколько человек... Ну еще и Ленина можно вспомнить, конечно. Но нет. Это все... Хорошо, это ничего другое. Хорошего в этом нет. А, тут несколько человек вам задают вопрос, а тогда очередь вы как объясните, если это не наше? Конечно, сенсация. Это как на первые порнофильмы была очередь. Если не в кинотеатрах шли. И в видеосалонах поначалу тоже очередь. То наелись в начале 90-х годов. Ну, конечно, запретный плод сладок, вот они и несутся. Хорошо. Виталий из Филеи пишет, обращаясь к вам, господин Савельев. Может, проблема выставки в том, что это выставили на показ? Люди у нас образованные, знают, что такое морг, они знают, чем там занимаются, знают, но не хотят вживую это видеть. И поэтому стоят в очереди. Ну нет, это часть, это люди недостаточно хорошие, ну и так далее. Если мы говорим о том, что теологическое мировоззрение всякого толка должно быть доступно людям, и даже выделяем для этого целые каналы, то надо, чтобы и позитивное знание также точно распространялось. Почему рисунок не может работать, тут пишут вам? А потому что я бы очень хотел, чтобы того, кто пишет, оперировали по рисунку потом. Понимаете, одно дело патологоанатом, который имеет дело с мертвым телом, и человеку навредить нельзя. Но если врача, а сейчас это огромная проблема во всех институтах, огромная проблема, у них нету трупов, на которых можно было бы отрабатывать анатомию, они приходят... Да пусть будут, но зачем делать выставку на ВДНХ, ведь об этом речь. Слушайте, не все ли равно, как это делается, если вы делаете общедоступным, извините меня, совершенно нелепые теологические конструкции, на которые вещают по центральным каналам, то дайте возможность тем, кто вот в это во все не верит или относится к этому, мягко говоря, подозрительно, получить альтернативу, то есть позитивное знание. Вам что не нравится? То вам не нравится то, что они такие веселенькие? Нет, вы говорите, так что... посмотрите на гравюры Дюрера, там тоже веселенькие. Не все ли равно? При этом человеческие мышцы работают по-разному. У тех, кто прыгает, у тех, кто ходит, у тех, кто сидит. Это должны видеть и должны быть соответствующие наглядные пособия. А привязывать сюда метафизику, когда вы приходите в больницу, я гляжу, как многие глубоко верующие люди... Ну, даже в больнице, а здесь люди идут не учиться, а трэш-контент воспринимать. Пусть вот они пишут. Хотя бы знают, где печень, они же приходят ко мне и рассказывают, что у них печень там, где селезенка. Вы меня простите. Уровень образования сначала наладьте, и потом претензии предъявляйте. А когда половина населения не знает вообще, что у них внутри... И в результате их кормят там БАДами, заклинаниями змей, наложением рук, черт его знает чем, безобразие одно. В результате медицина уничтожается на корню. У нас, посмотрите, сколько всяких людей, которые ходят благодаря этой самой метафизике, всяким жуликам, и там их окучивают с помощью, извините, размахивания рук, вместо того, чтобы лечиться. Вспомните 90-е, которые только что проклинали. Да, я понимаю. А тут просто револьверу ответьте, если коротко. Как вы понимаете, какой смысл в этой выставке? Просветительский. Сергей Савельев. Так, мы продолжаем. Теперь Александр Шпагин. К вам тоже много вопросов, но сначала, насколько я понимаю, вы хотите прокомментировать. Нет, просто они не ходят туда за просвещением. Они совершенно не будут смотреть, где селезенка, где печень. Они не ходят туда за шоу. Они ходят смотреть, о, какие трупы! О, круто! Если бы два выставка для врачей в каком-то небольшом медицинском центре, где куда приходили, а то и постоянная экспозиция. Да ради бога! Ну, это же не для этого они приходят. Они не будут знать, где селезенка. Извините, а почему такого возмущения не было, когда на том же ВДНХ несколько лет назад показывали половой орган осла, который экскурсовод упорно называл, что это сколлекционированный конец Петра I. Возмущения почему-то не было.
Ребята, ну, не все слышали. Нет, нет, Сергей, у меня бы было тоже. Ну да. Вот. Понимаете, такие вещи были. Но здесь-то, извините как, меня. Какая-то Марата Гельмана безобразие нет, полное. Простите, это все безобразие одно, над... это просто именно обман. Русская метафизика. Просто да. обман. Хорошо, здесь метафизика. Да и бездарно просто. Ну, нет, мы сейчас даже не обсуждаем. Плакат, вот, дарно, бездарно. Да, бездарно мы не будем, согласен. Слушайте, существует такая вещь. Ну вот приведу вам пример. У нас даже художники, далекие от медицины, есть специальные анатомические атласы для художников. Они выпускаются уже столетиями, которые изучают это все дело, иначе художники, тоже у нас художники рисовать не умеют, но это понятно. Актуальное искусство. Да, инсталляции. Да, инсталляция, вот очень мне понравилась на Масленицу, как с этой инсталляцией поступили. Вот когда с мыслью сожгли. Вот. Вот это вот прямой путь. Я в свое время сделал такой фокус, снял кишку умершего, значит, существа, сфотографировал ее крупно и выставил на выставке, посвященной 123-й годовщине Казимиру Малевичу. И когда меня спросили телевизионщики, что, я говорю, вот вы видите кишку дохлого художника? Вот она богаче, чем его весь мир при жизни вместе с картиной. Не, потому ну, что они... импрессионизм был прекрасен, а черным квадратом он издевался. Не да, надо, супрематизм — это не игра. Мы, он его отставил как метафизическое течение. Импрессионизм извини. Мы сейчас не обсуждаем Малевича. Прекрасно. Мы обсуждаем то, что говорили вы, Александр Шпагин. Угу. Юлия пишет про кунсткамеру. Там не один в баночке, туда водят детей. Здесь вполне прилично показано, возвращаясь к этой выставке, видимо, была Юлия, не знаю, вполне прилично показана физиология тела. Ну вот... У нас... намного ну, гуманнее, ну, чем нет, в, это, у да, Петра. Нет, ну, это хорошо. Ну, это для науки. Они там лежат, они заспиртованные. И никакого шоу в этом нет. Это такое, действительно, это оккультуривание народа было. Оно было сделано для оккультуривания народа. Ну, посмотрите, как выглядит это. Но это все равно, что биологические опыты над крысятами. У нас в кабинете биологии тоже бедные жабки все эти стояли. Правда, мы не занимались этими опытами уже в школе. Но наши предки, так сказать, шестидесятники занимались. Дальше. А вот Ленин мавзолей, вот это уже начало вот этого макабра. И это мерзопакость полная. Поэтому все говорили, ну, хватит ему же там лежать, захоронить его, черт его возьми. Ну, уже ладно, лежит как памятник чудовищной эпохи. Сейчас большое когда количество людей, 17 которые миллионов, могли бы за вас голосовать, мне кажется, перестали. Людей. А, скажите, Мебель пишет, в музей египтологии с мумиями тоже нельзя ходить? Почему? Они лежат, никого не трогают. Так это такой же музей, как здесь. Более того, ну я же еще раз говорю, я говорю о русской культуре. И это была культура вообще глубокой древности. И она отвечала их законам. Ну мы же не мумифицируем людей, кроме Ленина. Вот. Да, нет, ну, конечно, я понимаю, что можно нарушить все законы. Можно и сейчас людей потрошить здесь... и дома секунду, класть, допустим, секунду, трупы. Насколько я понимаю, родственников, что... Родственников, смотреть пока... на них приятно. Секунду, тут просто важная деталь, вы сейчас сказали про закон. Судя по всему, там все законно. Пока, во всяком случае, так. Да, законно, конечно. Наверное, законно. Дело же не в законе. Что не запрещено, более того, вообще никакого закона не существует, закон, что дышло. Более того, я не говорю, что эту выставку надо запрещать. Разрешили, ладно уже. Ее надо говорить, что называется, я против запрета гей-культуры, но я против пропаганды гей-культуры. Против и запрета, но против пропаганды. Вот в данном случае я против запрета этой выставки, но я против и пропаганды этой выставки, а за моральное ее осуждение, вот, если уж она к нам приехала, вот, здравствует, так сказать, Новый год. Вот смотрите, уже тоже несколько человек, пока вы это все говорили, или пока господин Савельев выступал, написали, что все, что мы сейчас сделаем, даже говоря о том, что она недостаточно хороша, это пропаганда этой выставки, Александр Шпагин. Нет, это не пропаганда, это моральное ее осуждение. Люди так считают, что если что-то осудить, это обязательно пиар. Нет, почему? Не обязательно пиар. Можно осудить так, что это будет вызывать жуткое неприятие в обществе. Хорошо. И без всякого пиара. Протектор пишет, я туда не пойду не потому что фу, а потому что лично мне неинтересно. Это не значит, что все, кто пойдет на эту выставку, недостаточно хороши. Я перевожу некоторые слова. Сразу не говорю определение, которое приводят наши слушатели. Не надо ничего запрещать. Алла пишет, как представляю, что меня так выставят потом в музее, мурашки бегут по коже. А как туда попадают эти тела, Сергей Савельев? Ну, дело в том, что Гюнтер, он сначала собирал свои материалы, я говорю, в Восточной Европе и даже у нас. Это известно, это ничего не скрыто. В Киргизии? Ну, не только в Киргизии. Вот, там... Наша сибирская наука тоже туда сделала свой вклад. Да там, я и говорю, что в Новосибирске был целый суд, правда, потом там всех оправдали. Ну, естественно.
Вот, потому что, да, и существуют действительно невостребованные ту трупы, которые они использовали для этого. И у нас долгое время проводились аборты на поздних сроках, потому что УЗИ-диагностика была не очень развита. И, простите меня, на моей памяти несколько крупных анатомических музеев, где как раз можно было заниматься просветительской работой, просто зарыли в землю, перебив эти банки, убрав этих уродов. То есть огромный пласт научных и образовательных знаний ушел в землю. Теперь два слова я скажу насчет того, что там осуждать, не осуждать. Это кто это осуждает? У нас верующих-то сколько? 83%. 83%? Это те самые 83%, которые в 17-м году после того, как разрешили, как произошла революция, еще февральская, отказались причащаться перед боем. Это вы про эти 83%? Ну, те, которые сейчас говорят, я верующий. Ну, мало ли что не говорят. У нас политическая система такая, что если ты не скажешь, то ты можешь сильно пострадать. Реальных, посмотрите по церквям, которые сейчас запустевают, которых некуда даже священнослужителей, чтобы их обслуживать. Я эту систему очень хорошо знаю. Ну вот, и там в лучшем случае наберется по сегодняшним, так сказать, подсчетам 0,5%. То есть вы меня извините, и ради этих людей запрещать культурное достояние, потому что Гюнтер разработал методику, он сделал доступным вот такие выставки. И из-за этих 15% мы должны все здесь стоять по стойке смирно? О, упаси вас Бог, у нас светское государство. Не за них, зачем? Почему именно потому за... что я вы оперируете к этим 15%. Я про умных людей просто. А это где вы там среди них умных нашли? Нет, я не про них говорю, я просто говорю про умных. И простите меня еще раз. Есть. И где-то есть, извините меня, вы ну, просто... Ну, про интеллигентных, умных людей, про вас хотя бы, господи. Про интеллигентных, ну, вот, я как интеллигентный человек, я говорю, что эта выставка до зарезу нужна. 50 секунд у нас до новостей. Вот как раз вас спрашивает 235-й. Есть люди, которые всегда требуют не только хлеба, но и зрелищ. И вот им на поводу эта выставка нужна? При чем тут зрелище? Не надо передергивать. Футбол пусть смотрит. Это не просто зрелище. Это возможность прикоснуться к объективному знанию о своем собственном теле. И это важнее, чем футбол. Ладно. И вы верите, что не прикоснуться? Костница в Чехии, 826-й вспоминает. Там целая люстра из костей и черепов, и ничего, никто не возмущается. А у нас бы возмутились. Правильно я понимаю? Правильно возмутились бы. Позорище. Александр Шпагин, искусствовед. Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы. Это программа «Своя правда». Мы разбираемся с выставкой в Москве работ патолога-анатома Гюнтера фон Хагенса. Станция «Говорит Москва», понедельник, 15 марта. Сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Мы обсуждаем открытие в Москве выставки «Мир тела». В РПЦ назвали выставку шок-контентом. Глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев потребовал дать правовую оценку выставки и инсталляции. Это инсталляция из мертвых тел. Это деятельность патолога-анатома Гюнтера фон Хагенса из Германии. Это довольно известная в России фамилия. Но, как бы то ни было, огромная очередь на эту выставку уже на ВДНХ образовалась. Мы спорим, насколько это правильно, а допустимо, какой смысл демонстрации таких арт-объектов. И здесь у нас в студии искусствовед Александр Шпагин и доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией развития нервной системы Сергей Савельев. Можно писать через смс-портал, можно через телеграм, можно звонить 7373948 и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование. Да, Александр Шпагин, прошу. Да, я просто в плане спора с Сергеем. Вот мне кажется, что он заблуждается в том, что он думает, что это вторая кунсткамера. А это никакая не вторая кунсткамера. Это именно в чистом виде шоу, где никто не будет смотреть за игрой мышцы, где находится селезенка и так далее, и так далее. И никакого образовательного момента там не будет, потому что они будут проходить мимо этого огромного количества трупов веселящихся, значит, и там фехтующих, и что-то делающих. Но они не будут думать, что это труп. Постепенно, естественно, они привыкнут, да. Вот, они не будут думать, что это трупы. А все равно осадочек-то останется, потому что, как правильно сказано, если ты задумаешься, мурашки бегут по коже именно от того, что происходит что-то очень неправильное в этом мире. Хорошо, персона грата, Сергей Савельев, пишет, что это вот пусть врачи изучают, мол, а у нас это рождает низменные чувства. Но если низменные чувства у вас рождают, обращайтесь, пожалуйста, к родителям и к школе, которые вас воспитали, потому что социальные инстинкты закладываются родителями в школе, социальной системой, которая вас окружает. Если у вас рождаются низменные чувства,
я могу только посочувствовать, потому что, к сожалению, наша система, как раз педагогическое воспитание детей и образование в школе, оставляет желать лучшего. И поэтому, если есть хоть какая-то возможность, ее надо исправлять ситуацию. Я считаю, что этот музей надо купить, как Петр I купил у Рюйша вот эту самую коллекцию, которая легла в основу кунсткамеры. К тому же надо на государственном уровне издать такой же указ, как Петр I издал, о том, что он поощрял деньгами, кто находил всяких уродцев. Нет, ну он же, собственно, да. Так вот вам тут пишут, вот, а какая наука-то от этого всего? Дело в том, что у нас даже люди, которые вот рождаются, после того, как вы позанимались сексом и оплодотворили яйцеклетку, до рождения доходит 1 из 100 примерно. Остальные погибают от патологии. Именно из-за того, что даже в Европе в 90-е годы было прекращены исследования появления аномалий развития человеческих зародышей, и все это было перенесено на псевдонауку в виде культуры клеток, высокогуманитарную и высокомистическую, или на мышей, у которых даже ранние стадии развития радикально отличаются от человеческих, мы находимся в таком глубоком забвении, это медицинская наука, и поэтому единственная борьба у нас до сих пор остается с этим, это аборты женщин, и это безобразие, которое, я считаю, надо прекратить, и хоть что-то двигает в эту сторону, надо двигать. По поводу, вот тут 235-й написал, это же ведь спор о пределах морали, а не о том, можно ли выставлять такое или нет. Мораль оставьте философу, понимаете? Нужно решать конкретные проблемы с здравоохранением, с образованием, с пониманием людьми своего собственного тела. Этого нет. И оперировать к мистическим представлениям, причем убеждениям. У меня есть убеждение, что это плохо. Так, простите, оставайтесь своим убеждением. Люди разные. Люди такие разные, что у нас мозг по многим структурам различается больше, чем на видовом уровне. Это Сергей Савельев. Сейчас я дам вам слово, Александр Шпагин. Я просто должен напомнить нашим слушателям. Радио «Говорит МСК», телеграм-канал, там голосование. Как должно, с вашей точки зрения, реагировать общество на скандальную выставку мертвых тел фон Хагенса на ВДНХ? Протестовать, требовать закрытия. Первый вариант. Второй вариант. Протестовать и не требовать закрытия, но призывать не ходить. Третий вариант. Идти и смотреть. Четвертый вариант – не обсуждать. Это не стоит общественного внимания, лишняя реклама, вот это все. Четвертый вариант. Александр Шпагин, прошу вас. Ну, что касается, если такую выставку сделать, и не выставку, а именно экспозицию, еще раз говорю, для специалистов, ничего я в этом плохого не вижу, разумеется, и пускай они изучают и обучаются, но когда это выставляется для всех, то превращается в то, что они скоро будут черепами играть в футбол, как, собственно говоря, порой бывало при советской власти, потому что они не понимали, что это делать нельзя. Не понимали, что это делать нельзя. Потому что вообще идет такое соблазнение малых сих на самом деле, потому что огромное количество дуриков, их соблазнить можно любой утопией и любой дьяволизмом. Они очень легко западают на дьяволизм. И вот здесь в чистом виде дьяволизм. Почему? Потому что происходит подмена того, что нельзя в обществе, ну, табуировано как-то, тем, что можно. Как после любой революции, например, да, когда, допустим, ну, профессор Преображенский, как известно, хотел народом, интеллигенту заменить народом, что у него получилось. Вот профессора Преображенского звали Ленина, это было 17 миллионов человеческих жертв, только 3,5 миллиона в гражданской войне. Вот. Или тот же, вспомним, да, беспредел начала 90-х годов, когда верх и низ меняются местами. Ну, я понимаю, что, конечно, можно выставить, сейчас сделать инсталляцию абортированных детей, зародышей. Можно морги открыть и из них уже сделать инсталляцию. А что нет? И трахаться на улицах можно. А что нельзя, собственно говоря? Все можно. И, собственно говоря, либералы, которые не понимают разницы между ментальностью, культурами, метафизикой, они считают, что все границы должны быть открыты. Мне просто любопытно, что странно, что Сергей, который, скорее всего, не либерал, входит именно в это пространство и в эту позицию. Интересно, как научно-атеистическое и либерально-социальное вдруг соприкасаются и пожимают друг другу руки внутри этого мышления. Я только хотел... Я вынужден возразить. Ну, давайте. Да, конечно. Потому что я, с другой стороны, вижу, как, скажем так, философско-духовное смыкается с оголтело-капиталистическим. И если бы было хоть какое-то желание 30 лет назад вот это дело, чтобы черепами не играли,
Может быть, надо было вместо известных построек культовых строить школы по 3 штуки в день из красного кирпича и под золочеными крышами. И этого я чего-то не вижу. Я не вижу массового развития, подождите, церковно-приходских школ, где духовность. А то, что, извините, священники самых разных конфессий лезут в школы и запрещают астрономию, базовые знания, пытаясь подменить ее вот этим словоблудием натурфилософским, простите меня, занимайтесь им в своих собственных учебных заведениях. Но они должны быть. А вот этого я не вижу. Подписываюсь так, под каждым словом. Еще одна вещь, господин Савельев. Может быть, вы лучше знаете про эту историю с выставкой фон Хагенса. И у меня в голове сидит эта история, но я так и не нашел. Сегодня пишут в новостях, что это впервые в истории России. Тут один из наших слушателей пишет, это же в Москве было. Мне казалось, что это было в других городах Российской Федерации. Так было или это все впервые? Дело в том, что на самом деле, когда эта методика появилась, а появилась она больше 30 лет назад, когда Гюнтер придумал запластинацию, сам механизм, он действительно возил, но это были не такие выставки, которые привлекали много людей и, соответственно, позволяли зарабатывать на этом. А они были в основном специализированы на анатомических конгрессах, на анатомических совещаниях, привозили, выставляли, так сказать, достаточно... То есть это еще не было шоу тогда? Ну, это была демонстрация. Вы знаете что? Я занимаюсь профессиональной наукой. И то уровень финансирования науки, который есть, он заставит скоро ученых танцевать в кардебалете. Евгений пишет, что 10 лет назад такая выставка была в Москве. Нет, тогда, если вы говорите про нравственность, тогда вот мы возвращаем вас к этой истории. Так это уже было. Во-первых, во-вторых, эту выставку заранее объявляли, почему тогда прежде не говорили? Надо обязательно дождаться, и в последний момент, когда все уже, кто хотел, пришли, появляются люди, которые говорят, ни в коем случае нельзя. Вот я и про это и говорю, что запрещать не надо. Потому что все уже пришло, приехало. Здравствуй, так сказать, Новый год. Вот, все. Но подвергать моральному осуждению, по-моему, мы обязаны просто это делать. Хорошо. Чтобы больше это не повторялось просто. Вот и все. Нет, я полностью, простите, не сам. Что за моральное хотят? Осуждение? Кто? 15% населения будет морально осуждать, да, а 85%... Да, доля 1,1. Но просто, как правило, я не понимаю, почему это мышление мира держится, потому что они оно умное. Это мышление, вы считаете, что на нем что-то держится. За собой. Это вы считаете, что она на нем что-то держится, и кто-то тянет каких-то баранов. На самом деле, я так не считаю. Извините, мракобесие вот того толка, о котором вы говорите, существует 2000 лет. Ничему хорошему не привело. Все ли, что есть в медицине, спрашивает Скиф, нужно афишировать и выставлять для всего народа для обозрения? Не ходить. Понял. Выставка аморальна. В России превалирует сила духа, а не сила мышц. Это кто сказал? Это 765-й сказал. А, 765-й? Ну, хорошо, пойдите и попросите с помощью силы духа колбасы в магазине. Тогда Артему ответьте. Он пишет о другом. Да почему меня... можно? Я даже в армии с помощью силы духа 5 гарнизонов, как 5 кругов ада, прошел. И нигде силу мышц не применил. Почему? Нет, я не говорю, что это обязательно, но бывает просто. Если стоит очередь, пишут вам, значит, выставка востребована. Вот и все. Ну, конечно, востребовано. Ну, про это мы и говорим, иначе мы тут не сидели, если там 3 человека было. Ладно, в том-то и дело, это феномен уже. Артема все-таки я хотел бы прочесть. Очень опасный, очень нехороший феномен. Хорошо. Очень правильный и нужный. Артем пишет, у меня, говорит, отец инвалид-ампутант. И вот, ну вы же знаете наверняка, об этом много пишут, что когда люди выходят на улицу, вот в данном случае отец Артема, на него маленькие дети тычут пальцем. Вот, мол, у дяди ножки нет. Когда люди платят деньги и тычут пальцем в эмбрионы или скелет с патологией, разве это не так же неизменно? Нет, не так. Объясните. Потому что отец у него живой, а дети невоспитанные. Где высокая духовность у родителей по воспитанию этих детей? Нет и не пахнет. И не надо сваливать с больной головы на здоровую. Если бы детей воспитывали в уважении к инвалидам, они пальцем бы не тыкали. И вот тут бы эту духовность хорошо бы где-нибудь отыскать. А когда, извините, обобщать всякие нелепости в отношении полезного и нужного дела, это очень разные вещи. Так, Сергей думает, что они будут воспитываться. Я поражаюсь просто. Я прошу вас надеть наушники, Александр Шпагин. Сергей Савельев, прошу вас надеть наушники. Сейчас они воспитаются, конечно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, Леонид Москва. Прошу. Ну, вот мне абсолютно понятно, что говорит Савельев.
Совершенно непонятно, что говорит его визави. Я, честно говоря, так и не понял сформулированную претензию к этой выставке. Есть выставка, туда идут люди, которым это интересно. Заметьте, идут за деньги. Их туда не под дулами пистолетов гонят. И не по указу там президента России. Никакой закон не нарушается. В чем конкретно претензия-то состоит? Я вот не могу даже понять из вот этих рассказов про игру в футбол черепами и так далее. Конкретно к этой выставке претензия в чем? В чем? Коротко. Очень хорошо. Конкретно претензия к этой выставке в том, что она полностью противоречит, так сказать, и, как я уже сказал, метафизике нашей страны, но это, может быть, даже абстрактные слова. А самое главное в том, что она подменяет нормальные нравственные начала. Но это примерно было бы то же самое, я говорю, если бы это была выставка абортированных детей или выставка просто трупов в морге. Открытые морги, пожалуйста, для посещения. Пойдут ли туда люди? Да почему не пойдут? Любопытно посмотреть. Можно взрыть могилы. Можно разрушить все, что табуировано. В принципе, культурой. Вот это оно и есть. Это начало разрушения. Это то, что было в начале 90-х годов. Хорошо, ни к чему хорошему это не привело. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Денис. Прошу. Ну, мне хотелось просто еще спросить, сколько вот лет вашим гостям, просто чтобы понимать. Это, во-первых... За 50, обоим, за 50. За 50. Угу. Ну, я думаю, что в этом нет ничего страшного, что туда идут наши граждане по собственному желанию, и я намереваюсь тоже туда сходить в ближайшее время. Молодец. Хорошо. Да идите на здоровье. Когда вы говорите, мебель пишет, а что такое нормальное нравственное начало? Нормальное для какого века? Для того, где была метафизика на 200 лет назад. Метафизика есть везде. Это те... Слушайте, интересно, нравственный закон внутри нас, да? Все-таки, действительно, где-то он есть. Вот это те нравственные начала, не безнравственные, а нравственные, на которых стоит нация. Это тот бог, который ее держит. Ну, а никакого века? Любого. Они всегда есть внутри каждой нации, абсолютно. То есть потому они что такими все равно же были есть добро, век назад, добро, и 2, и 5. Добро и зло, конечно. И будет. Это и есть то, что, собственно говоря, создает искусство. То, что заставляет задуматься о жизни. То есть те, кто идет на эту выставку, они ничего не знают о нравственных началах своей нации? Да нет, это просто как зеваки. Ну, стоят, смотрят, как дом обрушится сейчас горящий, как это было совсем недавно в нашем районе, смотрели, как мужик сейчас упадет с балкона. В итоге он упал, ну, и не знаю, что им было, приятно, неприятно. Но народ это любит. Я бы никогда не стал смотреть. Денис, мне тошно. Если хирурги копаются во внутренностях пациентов, их надо предавать анафеме. Почему? Не знаю. Он спрашивает вас. Нет, их не надо предавать анафеме. Ну, вы же говорите, что... Потому что они лечат. Если бы они делали эту операцию, как Кашпировский, например, в свое время. Но Чумак. Это не то, что анафеме, но это не очень приятно, потому что операция интимное хорошо. Дело. Хорошо. У нас давайте порнуху пока. Последние 10 минут тоже. Программы, можно, напомню, почему? Голосование. Кому надо понравиться. Голосование в Телеграме продолжается. Мы запускаем телефонное голосование по поводу того, что вы думаете о собравшихся в студии. Об их позициях. Вам ближе позиция Сергея Савельева, тогда 134-21-35. Вам ближе позиция Александра Шпагина, тогда 134-21-36. Ну а по поводу того, что вы думаете, как должно реагировать общество, голосование в Телеграме продолжается. Продолжаем принимать звонки по телефону. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Сергей, Москва. Прошу. Нет, я, естественно, поддерживаю Савельева, потому что, ну, я... получил нормальное, естественное образование, инженер. Но вот слушать вот это сейчас, что сейчас говорят, ну, что говорит Шпагин, для меня, ну, я считаю, это какое-то... Но что не так он говорит? Ну, это... Ничего здесь такого нет. У нас были уроки биологии, я вспоминаю. У нас стояли в банках различные органы там тел. Там, ничего никто этого не... Там, никто там ничего там... препарированные лягушки, там все это происходит. Не, ну в кинотеатр же вы не ходили, где это все было выставлено, господин Шпагин говорит. Ну, Шпагин, я не знаю, есть кунсткамера была там в этом. А, все. Да уж поговорили про кунсткамеру. Все хорошо, ладно. 7373. Не против я кунсткамеры. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Прошу. Из Москвы. Итак, метафизика нашей исконной нравственности. А то, что мы видим вокруг каждый день, оно соответствует
когда 200 человек народных депутатов пришел полковник и рассадили по автобусам и в отделение. На весь мир позор. Это метафизика нравственности. Когда ребят выгоняют из института за то, что они пошли на демонстрацию, там, защиту Навального. А вот без ответа на эти вопросы говорить про фон Хагенса нельзя? Могу, сейчас скажу про фон... Я просто сделал ремарку. И Савельев, конечно, прав. Я во многом не согласен с профессором Савельевым, так, в его нападках на либеральные идеи. Но здесь он прав на 100%. Нищета духа большинства населения, которые понятия не имеют действительно о том, что такое тело, что такое наука, что такое позитивный подход к жизни, к той же нравственности, это трагедия. Поэтому-то и арестовывают депутатов ни за что. Депутатов народа. Ну, это понятно. Нет, ну боюсь, что нищета духа у них будет еще больше от этой выставки. Смотрите, господин Шпагин, люди сами отдавали себя науке. Пусть теперь ходят на них, смотрят. Бедные, я боюсь, не знали, во что их превратят. Ну, говорят, я не уверен, я должен здесь перебить, я долго вас слушаю. Но вы знаете, метафизика русского народа заключается в том, чтобы ничего не знать. Ну да, это хорошая метафизика для того, чтобы управлять нами как баранами. Я против такой метафизики. Так вот, это... тела людей, которые завещали свое. Я перед каждым Новым годом получаю много звонков, где ребята, ищущие на пол-литра, предлагают недорого свое тело. Это одна история. А другая история, когда люди осознанно, находясь в плохом состоянии, и среди наших ученых таких много было, еще в 19 веке, завещали свои тела для того, чтобы проводить на них... Может быть, менее смелые эксперименты, но достаточные. Да. Не только медики. То есть, таким образом было, извините, собраны выдающиеся коллекции. И собраны, в том числе, всякие запчасти от выдающихся людей. Господин Ничего Савельев. В этом страшного нет. И я с вами согласен, пусть люди идут и смотрят на тех, кто пожертвовал себя ради науки. Про то, что это такая история, как с жирафом Мариусом в Дании. Ну, это может шокировать. Публично убивать людей никто не убивал. Жирафа Мариуса публично убивали. Не надо путать божий дар с лишницей. Нет, здесь бедные люди превращаются в тот самый череп, которым играют в футбол, но я не уверен, что череп... носитель этого черепа в восторге от того, что с ним происходит. Ну, если они сами писали об этом. Хорошо. Александр Шпагин здесь и Сергей Савельев. У нас продолжается голосование. Вам ближе позиция Сергея Савельева 134-21-35. Ближе позиция Александра Шпагина 134-21-36. В Телеграме мы продолжаем спрашивать вас, как с вашей точки зрения должно реагировать общество на выставку мертвых тел, протестовать и требовать закрытия, протестовать и призывать не ходить, иди и смотреть или не замечать. Это не стоит общественного внимания. Еще 3-4 минуты на голосование и там, и пока принимаем звонки. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Ну, поскольку сторонники Сергея Савельева все время звонят, вот я поддерживаю Саблина. Знаете, Шпагина. Я человек неверующий. Начнем с того, что я человек неверующий, чтобы меня не обвиняли в чем-то таком. Ну, по этой позиции, по этому вопросу я вообще церковь-то поддерживаю. Знаете, я хочу сказать, что те, кто вот ходит и пойдет и говорит, что это нормально, пусть вот представят, что это их родственники там стоят. Где гарантия, что вот они, так сказать, ну, может, всякое... Нет, подождите, если есть стопроцентная гарантия? Да нет этой стопроцентной гарантии. Всю жизнь вот эти вот люди, даже если вот алкоголик, понимаете, ну да, вот уже разрушившаяся личность, но стоит только сожалеть. А потом, знаете, вот говорят, что а вот там какие-то у нас это самый недочет, а вот там, ну вот будем говорить о том, что, например... Есть воровство. Не, еще раз, да, если... подождите. Алла, подождите. Мы же не можем оправдывать воровство. Да. Все-таки вопрос по теме, я вас хотел вернуть. То есть даже если люди сказали, я согласен, чтобы мое тело показывали так, вы все равно против?
Да, потому что я считаю, что это, знаете, вот плохое оказывает на все человечество. Это как бы расчеловечивание человека. Это расчеловечивание. Это, кстати, Алла не первая, Александр Шпагин. Я вспоминаю один фильм, когда режиссер снимал труп, лицо трупа минут 7. Значит, и, в общем, потом его подвергли моральному осуждению, и, по-моему, правильно сделали. Что-то в этом было, вот это вот нарушение табу какое-то. Но он пошел дальше. Он снимал муки умирающего, который дал ему на это карт-бланш. И еще, общество осудило его. И поблагодарил этого умирающего в титрах в траурной рамке. Да, осудило, конечно. Александр Шпагин. При том, что фильмы были хорошие. Сергей Савельев, про расчеловечивание. Расчеловечивание? При чем тут расчеловечивание? Здесь в данном случае человек распоряжается сам собой. Как Фаина Раневская, осуждая СССР, говорила, это страна, в которой даже своей задницей распорядиться нельзя. Вот, простите меня, вот этого допускать нельзя. Кто это будет решать за меня, что я хочу сделать? Это кто будет решать за меня, что я хочу посмотреть? Простите меня, есть табу, действительно, который наказывается законом, но это не оно. Сергей Савельев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы. Вам ближе его позиции сегодня в программе. Тогда 134-21-35. Еще минута на голосование. Александр Шпагин, искусствовед. Вам ближе его позиция. Тогда 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один звонок, и будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, Михаил, добрый вечер. Прошу. Ну, мне кажется, это реинкарнация Августа Хёрста, заведующего Ананерве по медицинским опытам в концлагерях. Тот застрелился в 45-м году, а этот товарищ родился в 45-м году. Так что это европейские ценности. Петр Первый тащил нам оттуда кунсткамеру эту. Это Петр Первый притащил европейские ценности, а нам они как тогда не нужны были, так и сейчас не нужны. Продолжайте лечиться заветами до Петровской Руси. А я предлагаю делать из трупов абажуры, как перчатки. Слушайте, вы все время пытаетесь придумать ответственность. Последняя минута. Господа, так вот, мы спросили, как должно реагировать общество на скандальную выставку мертвых тел? Протестовать требовать закрытия, протестовать призывать не ходить, идти и смотреть, или это не стоит общественного внимания? Какое самое популярное, как вы думаете, Александр Шпагин? Здесь идти и смотреть, скорее всего. Сергей Савельев? Идти и смотреть. Нет, самое популярное, это не стоит общественного внимания, так считают 54%, 30% считают идти и смотреть, 13% говорят, надо протестовать и требовать закрытия, и 3% полагают, что надо протестовать, но только призывать не ходить. Это была программа «Своя правда», мы завели голосование и спросили, чье мнение ближе нашим слушателям сегодня в споре. Сергей Савельев 60%, Александр Шпагин 40%. «Своя правда», спасибо. Угу.